Весной этого года активисты районного болгарского национально-культурного общества «Отечество» выступили с инициативой установления дружеских и партнерских отношений города Рени с болгарским городком Провадия. На сессии Ренийского городского совета было принято решение о подписании договора о партнерских и дружеских связях в сфере культуры, науки, образования, спорта и экономики с предполагаемым партнером. И вот накануне Дня города из Болгарии вместе с поздравлением пришло решение Общественного совета Провадии, которое дало согласие на заключение договора на установление дружеских и партнерских отношений с украинским городком Рени. 10 сентября из города Побратима пришла поздравительная телеграмма. Уважаемый господин Плехов, уважаемые граждане на город Рени, примите мои эти сердечные поздравления по случаю праздника на город Рени 10 сентября. Поздравляем вы за реализирование этой идеи в культурном, социальном и экономическом направлении. Те за доказательство за последовательная работа и профессионализм. Убеден сим, че биде што то сотрудничество между нашите две общини ще биде ползотворно в исполнението на обществено значими инициативи. Желая ви здравия, успехи и благополучие на вас и вашите семейства. Честит праздник! Кмет на община Провадия Филчо Филев. Наша дружба с Болгарией насчитывает не один год. Накануне государственного праздника Дня независимости Украины в нашем районе побывала большая делегация из села Асмар Шуменской области Республики Болгария. По приглашению Ренийской райгосадминистрации в рамках программы «Культура без границ» к нам приезжали 23 активиста народного читалища «Согласие 1882». Гости приняли участие в торжествах, связанных с государственным праздником, порадовав жителей Ренийского района своим самобытным искусством. На следующий день гости побывали в селе Нагорном, где проживают этнические болгары, и подарили сельскому храму уникальную икону Константина и Елены. В рамках программы в стенах Ренийской гимназии состоялась встреча за круглым столом, за которым собрались активисты читалища «Согласия» во главе с председателем Ангелом Христовым, а также кмер села Асмар Христо Колев и эксперт регионального культурного центра при Министерстве культуры Болгарии Саша Стоева. В нашем районе уже стало традицией, что мы проводим такие вот встречи художественных самодеятельных коллективов, которые называются «Культура без границ». И я думаю, что мы это и продолжим. Почему? Потому что действительно культура границ не имеет. Мы меняемся опытом, меняемся песнями, меняемся культурой, и это хорошо. Ангел Христов охотно поделился с коллегами опытом работы читалища, а именно так называют в Болгарии большие культурные центры. Общаясь, участники круглого стола переходили с болгарского языка на русский и понимали при этом друг друга. Гости вручили главе Ренийской райгосадминистрации Сергею Белюку памятный подарок, а также то, чего никогда не бывает много – коньяк. Здесь один коньяк, который делается в нашей общине. Великий Преслав. И там. Преслав. Да, видите, да, пил, услышал. Да, да. Преслав не пил. Не пил, ну сейчас будешь. Еще. На следующий год у нас будет 135 юбилей. Приглашаем администрация и участницы тоже. Если есть возможность у вас, приезжайте, будем встречать. У нас в Болгарии несколько фольклорные области. Каждая область характеризуется в область, которая географское положение, свое имя. Северная, Добрыжанская, Шопская и Тракийская область. Но Болгария маленькая, но фольклор никакой деревни не самый одинаковый. Он разный. Одежды разные, платья разные, другие чулки, брюки все разные. От имени городского совета гостей из Болгарии приветствовала секретарь Ренийского горосполкома Галина Соколова. Она рассказала гостям, что они приехали в многонациональный край.
У нас в городе работает областной центр национальных культур, в котором есть болгарский, молдавский, гагаузский и украинский отделы. Все имеют равные возможности представлять и развивать свою культуру. Общение проходило в непринужденной дружеской обстановке. Мы с Республикой Болгария поддерживаем давно дружеские отношения. И у нас и договора есть о сотрудничестве. Мы всегда рады приветствовать. Саша знает. Очень рада. И знаете, вчера Саша сказала такую фразу, я позволю себе ее сказать. Расскажу секрет. Саша сказала, мне так нравится к вам приезжать. Я выхожу в Рени, и у меня тут больше знакомых, чем в армии. Есть предложение. Почетный гражданин Рени. Спасибо.